Я попросил, чтобы положили ее для того, чтобы я мог посмотреть. Вот он поворачивает ее в сторону нас, и сейчас он будет ее ложить, чтобы мы могли просмотреть, есть ли трещины, есть ли сварка, сварочные работы производились ли. Но работает красиво, очень нравится мне, как она работает. Вот они сейчас ее горизонтально будут ложить. Вот человек находится метров 15-20, отходит от машины, и она все берет, очень нравится. Слышишь, Толь? Спроси, сколько метров от дистанционной может работать. Он говорит, что на большом расстоянии может работать дистанционное управление. 200-300 метров, вот уточнил. Я понял. Ну вот он ее пытается положить.